Чтобы открыть свой бизнес на частной территории, участка земли недостаточно. Главное, чтобы эта территория была правильно оформлена, была в собственности и земля поделена на два участка, один из которых будет под коммерческую деятельность, другой для проживания. Гражданин обращается в геодезическую компанию для межевания данного земельного участка и разделения. Да? То есть там 200 квадратов, там 400 квадратов. То есть какие-то границы должны быть определены. Изменения необходимо зарегистрировать в Росреестре, а потом перевести жилой дом в нежилой фонд и определить вид использования. Если такой вид в основных существует, то гражданин пишет заявление в кадастровую палату об изменении назначения земельного участка номер 2, вносит эти изменения и регистрирует, опять же, в Росреестре данные изменения по земельному участку номер 2. Но тут могут быть препятствия, которые можно решить при обращении в МФЦ. Там создают комиссию для перевода из основного вида использования в условно разрешенные. Для тех же, кто все равно не совсем понимает, как пройти процедуру переоформления земли и вести свой бизнес правомерно, в администрации выпустили памятки. Живое общение со специалистами также никто не отменял. Надежда Якушенко, Сергей Удовиченко, Игорь Антонов, Телемикс.